Ну, приведем вас в порядок. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. Где пещера? Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Бедный Фафнер. От амбиций дал... Гляди в оба, сын!
чего бы начать? Да, юноша. Может, что-то еще? Больше не давай это моему брату в руки. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корежит лезвие. Не пропадай! Отец, можно, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Идем, закончим дело. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезли? Да, они вроде как просто ушли. Неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотунхейм? Может. То лицо на горе — это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Были.
что, олень? Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Пройти нельзя, но есть чаша с песком. Ничего. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Ты набираешься опыта. На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл. Это что, смола? В пещере? Странно. Let's go.
Не работает. Ого, как он туда попал? Тут было что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Все без толку. Леонка! Я почти разобрался. Руны? Я... Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелса. Что происходит? А я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Леонка! Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны – просто расы, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Я готов. Готов.
Разобрались. Знал, что он там. Йоста! Наверху что-то есть. Ого, сколько мертвецов! Скажи, что ты видишь? Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Мы перебрались. Читай. Слушаюсь. О, это Дуратрор, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Thank you.
теперь? На вершину, конечно. Ищем путь наверх. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великана? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Разли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Хватит! Ну я же просто... Ладно. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Похоже, тут что-то перевозили. Атрей, ко мне! Заставить крюк работать. Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Леон!
заблудились? Нет. А я все думал, кто разбудил всех Раугров в горах. Нужно было догадаться. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в 700, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите. Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Парень! Что дальше? Ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. В порядке.